Хорошо, а если ты делаешь то, что тебе нравится, вот ты кайфуешь, дело, которое тебя зажигает, ты просыпаешься каждое утро, и ты счастлив. Но есть какие-то трудности, есть куда стресс. Тогда это окей или это уже не про счастье получается? А ты знаешь, ведь где грань? В этом мире, я называю Аллах, Бог, назовите как угодно, создал трудности специально для того, чтобы отделить людей, которые не любят это дело. Вот, например, простой пример приведу. Если ты выбрал, тебе нравится бокс, ты выбрал стезю боксера, и получать периодически по морде – это часть процесса. Ты это не воспринимаешь как проблему. И ты не бросишь бокс, потому что ты его любишь. И получать по морде – это часть процесса. Хоть и больно, да. А если ты не любишь бокс, и когда ты получаешь по морде, ты каждый раз думаешь, а нафига я этим занимаюсь? Зачем? Зачем? И в какой-то момент сломаешься и бросишь. Поэтому проблемы – это своеобразный фильтр, который отсекает всех случайных людей и не дает им достичь успеха в этом направлении.